собираем консультативный совет политических партий избирательной комиссии Оренбургской области в преддверии старта избирательной кампании единого дня голосования текущего года. И всегда посвящаем наши вопросы обсуждению изменений законодательства, если таковое случается. И сегодня тоже один из вопросов. Последние изменения законодательства о выборах и референдумах. Подробно остановимся на них. Обратим внимание политических партий, надзорных, правоохранительных органов, наших экспертов на то, что изменилось в законодательстве. И, конечно, мы останавливаемся на главном вопросе, это подготовка к выборам. В этом году, в единый день голосования 10 сентября, у нас на территории региона будут проходить выборы в органы местного самоуправления. Крупных компаний регионального уровня не ожидается. И одна из крупных компаний муниципальных образований – это как раз город Оренбург, дополнительные выборы в Оренбургский городской совет по одному из округов. Также сегодня обратим внимание на сроки основных избирательных действий. Уже начинается назначение этих выборов. Вчера вот уже были назначены первые выборы. Ну и до конца срока, периода назначения, все они будут также назначены, приняты соответствующие решения. Ну и, конечно, этот год у нас проходит под знаком кадровых изменений, перемен. Мы формировали участковые избирательные комиссии в регионе на новый срок полномочий. И первый вопрос, мы обсудим итоги формирования. В этом году у нас как никогда большая активность политических партий в этом вопросе. 7 партий заявились на участие, и представители всех 7 партий у нас присутствуют в составах участковых комиссий.